Сначала мусор сортируют, после чего мешки отправляют на следующий этап. Современный комплекс предназначен для утилизации, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления. При этом из ценного сырья будут извлекаться вторичные материалы для последующей работы. В основном оборудование предназначено для сжигания и обезвреживания отходов, причем использование установок экологически безопасно, поскольку за счет высокой температуры происходит практически полное сгорание отходов. Остаток в виде золы можно будет использовать для подсыпки дорог. Задача этого, скажем так, центра – работа по принципу одного окна, чтобы все отходы поступали на данный объект и уже из этого объекта не выходило вообще отходов. Ну, по крайней мере, минимизировать этот объем. Мы будем стараться получать максимальные продукции вторичного сырья. Сейчас в северных районах остро стоит вопрос переработки мусора. В территориях нет специализированных предприятий. Кроме того, удаленность населенных пунктов и отсутствие развитой логистической системы приводит к стихийному созданию несанкционированных свалок. Площадь земель, занятых отходами, растет с каждым годом. В скором времени ситуация должна измениться. Из краевого бюджета выделены средства на приобретение комплексов по термическому обезвреживанию отходов. Они появятся в Туруханском и Таймырском районах. Новое оборудование позволит обезвредить не только вновь образованный мусор, но и отходы, накопившиеся с советских времен. Следует отметить, что эти установки, они отвечают всем экологическим требованиям, имеют все разрешительные документы, да, и безусловно, эта покупка позволит решить не только проблемы с твердыми коммунальными, но и с жидкими, с медицинскими, биологическими. Также в Боготольском и Туруханском районах запланировано строительство площадок временного накопления. Процесс устроен так, что мусор не залеживается более 2 месяцев. Его сразу стараются отдать предприятиям на переработку. Специалисты отмечают, что зачастую из общего объема мусора 20% – это пищевые отходы. В районах края появится и специализированная техника. Например, в Мотыгинском собирать и перевозить мусор станет проще. Специализированный автомобиль с установкой, с загрузкой и боковой, и задней загрузкой, с уплотнением мусора на базе автомобиля КАМАЗ. Есть у нас в поселке Раздоринск такой автомобиль, и там есть соответствующий парк. А вот в поселке Мотыгино такого автомобиля нет, и, соответственно, контейнеров тоже нет, и поэтому приходится, извините за столько рукопашную, собирать мусор. Сейчас в крае ведется активная работа по созданию единой схемы переработки и хранения отходов. В регионе регулярно ликвидируют так называемые стихийные свалки. И работа эта будет продолжаться. Екатерина Погорелова, Денис Тимошенко, новости.